Мама говорит, что я самый дорогой подарок, который Дед Мороз ей подарил на Новый год. А папа говорит, я самое настоящее новогоднее чудо, которое могло не произойти, если бы... Ну что, сразу танцевать, а? Я говорю, пошли танцевать сразу. Как народ-то зажигает? Да не, как не хочется. Послушай, он не придет, это ясно. Ну а вдруг у него получится вырваться-то хоть на минутку? Женатому мужику верить, я тебя умоляю. Сев, привет, как обычно, два. Дашка, когда ты бросишь его наконец? Что, абонент снова тебя кинул? Но он не может так сразу бросить свою жену. Зато отлично может морочить тебе голову. Слушай, а давай тебе сегодня парня найдем, а? Нормального. А где они, эти нормальные? А вон, смотри, за столиком какая компания гудит. Ой. Максим, послушай. Я ухожу от тебя. Все. Погоди, куда? Я не понял, что это значит? Мы год с тобой были вместе. И что? Год коту под хвост. А-а-а. У тебя кто-то есть? Да. Он лучше меня? Да. Чем? Он мужчина. А ты тряпка. Потому что только дружба придает нашей жизни настоящий смысл. Дима, я тряпка. С днем рождения, Вася. Я вообще больше не хочу с тобой разговаривать. Подожди. Подожди. А, Максим, да, за Диму. За тебя. То есть я не мужчина, а тряпка, да? А! Максим, здорово. Чего? Ага. Извините, пожалуйста. Все, Дашка, хватит. Ты умница, красавица. Да, мужики должны тебя на руках носить. Ой. Послушайте. Уберите руки, пожалуйста. Простите, просто вы тут сидите, а я там. Вы такие красавицы, такие умницы. Мужчины вас же должны на руках носить. Я даже готов сделать так, это. Отойдите, пожалуйста. Да вы не подумайте, да я просто по-человечески хотел поговорить, там же нельзя. А ощущение, что вы просто наши мысли читаете. Нет, да, нет. Очень хотелось. Слышь, беленькая, пойдем потанцуем. Нет, видишь, мы разговариваем. Да говори себе, я тебе что, мешаю, что ли? А мы пойдем пока потанцуем. Не-не-не-не-не. Руки бери, я боксер бывший. Повезло, замнемся. Ну что, пойдем выйдем, братишка? Да легко. Тише, сейчас. Не надо меня держать! Ты достал уже всех! Максим. А я думал, только тебя достал! Ладно, давай! Бум! А! Светка, Свет. Извините, пожалуйста. Доброе утро. Не-не-не, спите. Ну, который сейчас час? Половина двенадцатого. Болит? Не надо. Отвернись. Зубная щетка есть? Ой, простите. В ванной на полочке, там запечатанная. Понятно.
Да, Света? Привет. Ты дома? Я тут недалеко. Если ты не против, я заеду минут через 15, наверное. Через 15? Да. Ты занят? Да нет, что ты, что ты? Конечно, заезжай. Давай, я очень рад буду тебя видеть. Давай, давай. Все, жду. Брысь! Простите, пожалуйста. Ой, вы знаете, сейчас сюда придет моя девушка с минут на минуту. Ей этого очень не понравится. Я бы даже сказал, она расстроится. Вы можете побыстрее? Вы слышите меня, барышня? Дай мне 2 минуты. Угу. Только можно побыстрее. Ну, пока. Да, спасибо. Послушай, а у нас же ночью с тобой ведь... Не-не-не, ничего не было. Я так и думал. Ты где пропадаешь, маленький? Я тебя все утро ищу. Почему у тебя телефон отключен? Я ведь на дне рождения была. Я тебе говорила. А потом к Маринке заехала, и телефон в ноль разрядился. Я соскучился по тебе ужасно. Вчера хотел тебя увидеть, но не сложилось. Приезжай сейчас. Слушай, не могу. С утра ношусь, как белка в колесе. Давай вечером в нашем ресторане, а? А вечером? Как же твоя дорогая супруга? Ну, Ленка на презентацию едет. Это точно до полуночи. Кран так и не починил. Мишуру за месяц до Нового года повесил. На кран времени не хватило. Светик, ну прости. Да дело не во времени, но... Я просто не могу, ты же знаешь. Да не знаю я. И знать не хочу. Вещи я заберу, а кот пока останется у тебя. У твоего хахаля аллергия? Не твое дело. Свет, Света. Максим, прекрати. Ну? Да перестань, у меня мало времени. Хорошо. Объясни мне, почему? А что у нас было с тобой не так? Вот почему у тебя с Новым так, а со мной не так? Да устала я от временных отношений, понимаешь? Не хочу больше. Да? А я-то думал, что у нас с тобой это серьезно. Я думал, что у нас надолго, это как-то навсегда. Послушай, мне не 20 лет. Я семью хочу. Я выйти замуж хочу, я ребенка хочу, ты понимаешь? Я хочу быть уверенной в завтрашнем дне. С тобой это невозможно, ты понимаешь? А давай поженимся. Когда? Давай завтра. Вот завтра с тобой пойдем и поженимся. Ты даже кран починить не можешь, какой поженимся? Да при чем здесь кран? Давай родим ребенка. Я готов. Ты какой ребенок? Ты себя в кучу собрать не можешь. Какой ребенок? Света! Все, я сказала, все. Прощай, не надо меня провожать. Хорошие друзья. Бросили на произвол судьбы. Старик, там такой дурдом начался. Ты вообще невменяемый. Серый в скорую позвонил, побежал встречать. Светка твоя психанула, я хочу домой. Я побежал ей тачку ловить. Возвращайся, а тебя уже нет. Говорят, ты с девушкой с какой-то уехал. Я вообще ничего не помню. Нет, какая-то девушка была, это факт. Просыпаюсь, она рядом дрыхнет. Помылась и ушла. Я даже не успел спросить, как ее зовут. Я тебе говорю. Ну, мужик, это верх цинизма. Знаешь, обычно хотя бы имя узнаешь, и потом только в постель. Да я не успел даже разобраться, было вообще что-нибудь или нет. Макс, ну давай, колись, как она? Да отстань ты от меня, я не помню. Да ладно, ну. Серега! Да? Иди сюда. Щенки, все готово. Ага, идем. Жалко, сухих берез тут не было. Топор тупой. Давай положу. Герой, я не могу без смеха на твой фонарь смотреть. Пройдет. Давай, лечись. Да. Мне в понедельник нужен красивый и здоровый. Скажи, а что ты завелся-то вчера? Я так и не понял. Слушай, да Светка нашла себе какого-то лоха с бабками. Она тебе об этом сама сказала? А тут и к бабке не ходи. Я что, Светку, что ли, не знаю? Забей. У меня разговор короткий. Хочет, пусть валит. Все. Ну? Пусть валит. Пусть валит. Ко всем чертям. Правильно. Пусть валит. Пускай. Да, Аля.
Да, привет, ты в порядке? Не, я с ребятами. А он что-то какой-то крутой стал, да? Ага. Ну что, сильно тебя прижимает? В чем ты? Все в порядке. Зря ты на работе пошел. Я так считаю, знаешь, или начальник, или друг. Наш случай исключение. Ну что, ну за сосиски, природу и друзей. Давайте. My heart beats so that it must be near Christmas time. There is mistletoe. Ну, наконец-то. Прости, маленький, все поменялось. Она осталась дома, у нее мигрень. Лежит с полотенцем на лбу, мне не вырваться. Я буквально на минуту за сигаретами выскочил. И что? Давай встретимся завтра. Завтра? А, слушай, ты еще в ресторане? Да, ну приезжай хотя бы на час. Я не могу, не могу. Закажи себе что-нибудь вкусненькое, я угощаю. Игорь! Свет, вот все-таки интересно, что тебе не хватало, а? Может, денег? Нет, давай, скажи честно, что тебе не хватало? Денег хватало? Нах, у тебя семейный ужин. Ну, прости, пожалуйста, что отрываю тебя от семейного ужина. А можно поинтересоваться, кто теперь входит в твою семью? Ну, так, на правах бывшего родственника. Свет, а может быть, и меня пригласишь поужинать? Я голодный. Свет, я не пьяный. Чего? Подожди. Я сказал... Извините, пожалуйста. Я у вас свой браслет забыла. Браслет? Какой браслет? Золотой, плетеный. Простите, совсем из головы вылетело. Вас как зовут? Даша. Даша, а вы не торопитесь? Я? Нет. Может быть, я вас провожу? Ну, поздно все-таки. Ну, проводите. О, это меня. Алло. Да, мам. Здравствуй, сыночек. Вообще, ты сам бы мог позвонить. Да у меня все хорошо. Как ты? Да ничего, все нормально. Вот только котел барахлит. Котел? Нет, это не дело. Надо обязательно с ним разобраться. Я что-нибудь придумаю. Придумай, сыночек, придумай. Был бы твой отец жив. Ну ладно, беги, беги. А Светочка от меня поцелуй. Да, мам, целую. Все. Давай, пока. Ух ты, снег пошел. Ну, это ненадолго. А давай на ты? Давай. А ты вчера чего затеял драку в клубе? Ты ведь не боксер никакой. Не боксер? Я вообще в первый раз. Я и пить-то не люблю, только с друзьями по чуть-чуть. А по вчерашнему не скажешь. Да, так накрыло просто. Холодает что-то. Нормально, до конца ноября. Ой, а давай купим. Я, конечно, такую еду не ем, но сейчас что-то очень захотелось. Ну, один раз можно. Ага. Давай, только я куплю. Что? А можно две шаурмы? Да, пожалуйста. Спасибо. Ой, а я лингвист. Аспирантуру закончила. Правда, на кафедре мест не было, пришлось в школу идти. Ты знаешь, мне понравилось. Да ты что, у меня тоже преподавательский опыт имеется. Да? Я в школе преподавал урок труда парням. А у меня такой хороший класс был. Мальчишки то, что надо. Мы с ними на войнушку ходили. Куда ходили? Драться, школу на школу. Ты тоже ходила? Конечно, не могла же я их одних отпустить. 200 рублей, пожалуйста. Ну, а что тебя в Москву-то понесло? Ну, раз в школе нравится. Спасибо. Любовь. Пожалуйста. Спасибо. Ну, тогда за любовь. От женатых мужчин надо бежать. Как только сказал, что женат, все. Вот точно. Наверняка тебе говорил, что разведется, надо только немножко подождать. Нет, ну я по-настоящему в него влюбилась, понимаешь? Я же тебе говорила. Я... Все бросила. Работу, друзей, все. Только жила им. Ты думаешь, я не пыталась уйти? И долго ты вот так топтаться-то будешь, а? Все. Сегодня я себе сказала, хватит. А то я себя совсем уважать перестану. Хочешь там это? Ну, лучше я себе расскажу. А что там рассказывать? Ну что, я конструктор. Инженер-конструктор. Дипломированный. И что, в школе? Ну, шел я оттуда. Пошел к другу. У него компьютерная фирма. Я у него логистикой занимаюсь. Ну, на машине. А Игорь композитор. Но он сложную музыку пишет. Мне вот это всякое трали-вали, которое из всех окон орет. Такой любой дурак напишет. Музыка Игоря.
я одного не могу понять. Почему? Вот люди живут вместе и вроде бы даже любят друг друга. А у них все равно ни черта не получается. Вот что им мешает, а? Да потому что люди хотят, чтобы любовь была праздником. Пришел, порадовался, ушел. А любовь — это работа. Сохранить отношения — это работа. Понимаешь, ежедневный труд. Без выходных, отпусков. А я вот, ты знаешь, я хочу банально. Я хочу жену. Одной единственной. Я хочу семьи. Ребенка. Я даже готов над этим работать. Было бы с кем. Подожди, мы подумали сейчас об одном и том же? Ты скажи. Давай создадим идеальные отношения. Нет, ну, если это любовь, а любовь — это работа, так давай работать вместе. Ну-ка, пойдем. Значит так, завтра же подаем заявление в ЗАГС. Берем время на размышления. Вот сколько там нужно в ЗАГСе? Вроде бы месяц, да? Отлично. Живем, живем вместе месяц. Вдруг получится. Ты один живешь? Нет. Моя мама за городом, отец дачу построил капитальную. Хорошо, я переезжаю к тебе. А что дальше? А дальше? Живем вместе. Есть одно условие. Что бы ни случилось, нельзя уходить. Вот нельзя. Будем сколько бы ни ругались, сколько бы ни ссорились, всегда вместе. Хорошо. Что хорошо? Хорошо, я согласна. Отлично. Да, алло. Его нет, перезвоните позже. Да, алло. Я еду, еду. Да я вот сейчас уже выезжаю. Слушай, Танюш, а ты не видела, тут накладная была от 5 числа. Я вот сюда ее положил. Сейчас. Я без нее вообще никуда не могу уехать. Будь добра, посмотри, а. Хорошо. Да. Нет, он еще не подошел. Может, передать что? Хорошо, хорошо, я передам. Так, ты тебе просмотришь. Макс! А ты что, на Бухарецкую уже съездил? Так вот я сейчас еду. Как сейчас еду? Ты с утра должен был быть там. У тебя час остался. Все в порядке, дружище. Я им позвонил, они ждут. Отвечаешь головой. Все, 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 бегу. Да, алло. Привет, это Даша. Даша? Я под твоей дверью. Ты под моей дверью? Ну да. Ну что, забыл? Мы же договорились вчера. О, слушай, жди меня, сейчас я буду. Да, Серег, еду, здесь все стоит в городе. Серег, ну я постараюсь, я мучу уже пробки. Хорошо, все, буду. Алло. Даш, привет. Пожалуйста, сиди. Сиди там, никуда не уходи, жди меня. Я мигом. Я уже около. Даш, я уже во дворе. Да я уже у подъезда. Все, захожу. Привет. Привет. Добро пожаловать. Располагайся. Как тебе будет удобно. Хорошо. Прости, мне надо пару мест еще сгонять по работе. Я быстро вернусь. А когда? Скоро. А. Ты даже соскучиться не успеешь. Пока. Пока. Thank you.
Ой, какие цветы. Спасибо большое. Ой, какие. Ой, как приятно. Пойду воду поставлю. А ты уже ужинала? Я чай попила. Ой, я сейчас тоже что-нибудь съем. Ой, а я тебе ничего не приготовила. Ой-ой-ой, как же. Ничего страшного. Хорошо, ты вышла. Не беда, не беда. Так, нет. Не беда, я не голодный. Сейчас съем пару бутербродов, все будет в порядке. Так, никаких бутербродов. Я тебе приготовлю яичницу. Ты знаешь, что я готовлю самую лучшую в мире яичницу? Ты любишь вообще яичницу с сыром? Ну, я... О, колбаса. Да ты неплохо устроился-то, так помидоры. Сколько тебе яиц? Мне вообще парочку. Три. Ага. Как дела? Как вообще на работе? Ты знаешь, кажется, все. Ой. Успел. А может, поубавить огонь немного? А то все пригорит. Да-да-да-да. Как дела на работе? У меня-то нормально на работе. Как у тебя? А у меня, я ж никуда сегодня не ходила. У меня выходной. Да-да, я помню. Еще не готово, нет? Не-не. У тебя кран течет. Да, я знаю. Просто я еще не... Не-не. Стой, стой, я сам. Я сам открою. Здравствуйте, Клава Ивановна. Какая я вам, Клава Ивановна? Я Елена Германова. Забыла ванну! Что случилось? Что происходит, как вы понимаете? На последние полгода второй раз заносили. Мы все уберем, мы уже убираем. Конечно, мы вам обещаем, все будет сумма, потому что ни капельки на вас. Послушайте, послушайте, мы все оплатим, будьте спокойны, все будет в порядке. Конечно, что ты молчишь, скажи что-нибудь. Яичница! Ой-ой-ой! Яичница! Быстрей. Чай. Ну, отходи, отходи, быстро! Пожар. Пожар. Ничего, может, поступить? Я тебя поздравляю. С первым днем супружеской жизни. И поели. Помылись. Погоди. Я знаю, что надо сделать. Нам надо съесть помогайку. Чего надо съесть нам? Помогайку. Не-не-не, я сладкое не очень. Я вот это... это не сладкое, это помогайки. Меня в детстве родители научили. Если что-то не так, в школе двойку получила или с подружкой поругалась, надо съесть одну помогайку. Ну-ну, и чего? И жизнь сразу лучше станет. Проверено. А если две съесть? Ну, две, это да, я не знаю, что должно в жизни произойти. Это же лекарство, помогайки. Нет, забавно, забавно. А чем твои родители занимаются? Они умерли давно. Ну ладно, давай. Давай свои помогайки. Будем лечиться. Я погашу свет. Да, конечно. Смотрит на тебя, как пудель на ветчине, только что не облизывается. Может, с ним поживешь с месяц? Меня Маркин замуж не зовет. А ты так сильно хочешь замуж? Я хочу начать жизнь, где не будет Игоря. Так, коллеги, 9 часов. Мы открываемся. Но ты совершенно не знаешь этого типа. Как ты с ним собираешься жить? Так в этом-то и суть. Когда ты знаешь человека, у тебя складывается о нем какое-то представление. И если ты не выходишь за него замуж, значит, на то есть причины. А тут никаких представлений, девушка, никаких девушка. Причин. Девушка. Это безупречная логика. Подождите. Девушка. Минуточку. Все, с чистого листа. А если он маньяк? Значит, мне повезло. Марина Сергеевна, еще одно замечание, я вас оштрафую. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Она смешная, понимаешь? Милая, ужасная. И вообще мне как-то с ней интересно. А в постели? А в постели она огонь. Ну смотри, старик, поздравляю. Не сожги себе ничего. Здрасте. Лена! Да, Сергей Дмитриевич. Это наш водитель, Максим. Завтра он приедет и привезет все необходимые документы с утра. Хорошо. Хорошо. До свидания. Завтра найдешь эту Лену
Заставишь ее сделать копии со всех документов. Только оригинал ей не оставляй. Ясно? Обижаешь. Не в первый раз, Серега. И вообще мы с ней решили жить вместе. Кто мы? Я и Даша. А сколько ты ее знаешь? 2 дня. Ну, старик, ты хоть в паспорт бы к ней заглянул. Может, она замужем за рецидивистом. Вынесут твою квартиру, Максим. А кроме паспорта ничего не нужно? Нет, ничего. Только паспорт и квитанция госпошлины. Я уже ее оплатил. Мы успеем, у меня обед в 3 заканчивается. Не беспокойся, все успеем. Да. Здравствуй, маленький. Игорь, я сейчас не могу разговаривать. Не можешь? Я больше никогда не смогу с тобой разговаривать. Совсем? Да, я выхожу замуж. Пока. Подожди. Молодец. Ну что, пошли. Пошли. Стой! Чего? Еще подумаю, что я тебя силком в ЗАГС затащила. Угрожала и все такое. А что тут думать-то, а? Эй, люди, помогите! Мне еще это месяц терпеть? Не знаю, не знаю. Тебе что, уже 27 лет уже? Может, это меняет дело? Нет. Я просто подумал, какая все-таки юная. Как твоя фамилия? Манявкин? Малявкин. А я Денисова. Я прочитал. Когда хотите вступить в брак? Ровно через месяц. Назовите число, пожалуйста. 28 декабря. 28-го все занято. Есть окошко 31-го. 31-го? Так это ведь Новый год. И отлично. Сэкономлю на подарки. Правильно? Так вас 31-е число устраивает? Да. Отлично. Подъезжайте к 2 часам. А какие фамилии вам будут присвоены после регистрации? Что? Чего? Какая у тебя фамилия будет? Малявкин. Ты что, сдурела, невеста? Малявкин? Нет, ну не могла же я его так обидеть. Мы с ним заранее это не обсуждали. Откуда я знала, что у него такая фамилия? Ну это же надо. Даша Малявкина. Знаешь, шансов на то, что эта авантюра выгорит, совсем немного. А если я каким-то чудом и выйду за него замуж, плевать, буду Малявкиной. Значит, судьба. Атас Маркин. Дарья Николаевна, подойдите, пожалуйста. Неужели какая-то зараза жалобу накатала? Я давно заметил, Дарья Николаевна, что вы занимаетесь не своим делом. Как же так? Денис Иванович, это несправедливо. Я, между прочим, живой человек. Могу отвлечься на минутку. На всех пишут жалобы. На вас никаких жалоб нет, Дарья Николаевна. Вы отлично справляетесь. За что ж меня тогда увольняют? Вас никто не увольняет. Я просто сказал, что вы занимаетесь не своим делом. Мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники, в общем, открылась вакансия в пиротдель. Зарплата отличная. Командировки. Ну, работа творческая. Возьметесь за проведение корпоративной вечеринки? Какой вечеринки? На новогодний, для наших сотрудников. Да вы не волнуйтесь, Дашенька. Вы справитесь. А я вам, ну, всем, чем могу, как говорится, словом обращайтесь. И днем, и ночью. Не бросай меня, маленькая. Ты что здесь делаешь? Я не могу без тебя. Врешь. Я не вру. Я хочу быть с тобой вместе всегда. Да? Да. Интересно, а что твоя дорогая супруга об этом думает? Не говори так. Не надо, не говори. Я вчера Лене все сказал. Что ты сказал? Я сказал, что ухожу от нее к тебе. Снова врешь? Нет, не вру. Я сказал, что ухожу от нее навсегда. Ухожу к тебе. Ну, не веришь, вот. А? Позвони сама. Ты что, я действительно все сказал? Да! Черт, не просто было. Рыдала всю ночь, как... Ну сколько можно мучиться, малыш? То есть, сегодня вечером приедешь к нам? Малыш, ну я так не могу сразу. Слушай, ночь была такая сумасшедшая, я все таблетки в доме попрятал. И Ленка сейчас в таком состоянии.
Ну, надо ей пару дней дать привыкнуть. Надо немного подождать. Даша. Не подходи. Ненавижу тебя. Видеть тебя больше не могу. Убирайся. Даша. А вот этого брать будем? Этот пусть останется здесь. Хорошо. Игорь звонит. А хочешь, я ему отвечу? Ну да, по-мужски, нормально. Не надо, я ему уже все сказала. Дверь захлопну, ключи оставлю на тумбочке. А чья это квартира? Его знакомых. А кто платит? Я. Нет, ты не понимаешь, Игорь серьезный композитор. На это много денег не заработаешь. Даже не верится. Полтора года жизни. Все, хватит. Прощай, квартира. Прощай, Игорь. Прощай, Басенко С.И. Холст Масло. Пойдем. Подожди. Ты понимаешь, что это рубеж? Я же даже от тебя уйти никуда не смогу, потому что мне будет некуда. Я понимаю, меня это устраивает. Иди. Я не могу здесь. Ты правда думаешь, что у нас что-то получится? В смысле? Ну, что выйдет вся эта чушь. А что ты думаешь? Я первая спросила. Так, по-моему, готово. Приятного аппетита. Привет, яичница. Давно не виделись. Утром с помидорами, а сейчас с колбасой. Извини, я в магазин не успела заскочить. Да ничего, я же люблю яичницу. А я тебе нравлюсь хоть чуть-чуть? Нравишься. А я тебе. А у нас будут дети? Я хочу девочку. Дочку. Почему? Буду ее баловать. А я хочу двоих. Так без проблем. Значит, второй будет пацан. Нет, мальчик должен быть первым. Потому что это хорошо, если у девочки есть старший брат. Согласен. Значит, первого сына сделаем. А как ты думаешь, мы сможем их одинаково любить? Мы сможем. Поверь, мы с тобой все сможем. Ты мне очень нравишься, правда. Да-да, я заметил. Просто я не хочу, чтобы у нас начиналось все с постели. Хочу напомнить, у нас именно с нее все и началось. Ты не понимаешь. Хочу, чтобы ты меня увидел. А потом уже... А в постели уже будешь не ты. Если это случится, нет, не я. Просто женщина. А кто я для тебя буду? Просто мужчина, с которым я сплю. Что, а разве этого мало? Я хочу большего. Я хочу в тебя влюбиться, понимаешь? А когда, по твоим расчетам, это произойдет? Когда я в тебя влюблюсь? Да нет, когда мы уже сексом будем заниматься? Когда мои чувства станут важнее для тебя своих. Просто не нашла к нему подхода. Да он меня ненавидит и всячески выживает. Потому что его Света купила. Это Светин ход, понимаешь? Глупости. Я тысячу раз просил тебя не открывать окна. Я проветриваю. Для этого есть форточка. Ты знаешь, он обожает открытые окна. Но на втором этаже он может выпрыгнуть. А может, мы его выпустим на улицу, если ему так свежего воздуха не хватает?
на кого-то другого в 17. А что ты делаешь? Прощаюсь с прошлой жизнью. Прощаются вот так. Привет. Привет. А зачем ты это все купил? Я же ужин готовлю. Вот. Правда, они немного подгорели. Да ничего, я люблю поподжаристей. Ну как? Вкусно? Ой, сейчас. Добавки? Нет. Максим! Чего? Максим, ну это невозможно! Ну какая-то пытка просто китайская! Кап-кап, кап-кап! Ну мы же опять соседей зальем! Понимаешь? Ну ты же технарь. Ну, а это всего лишь кран. Ну почини ты его. Да я починю сейчас. Ты что? Максим, тебе что, плохо? Максим, воды? Сейчас я воды... Тихо, тихо. Просто паническая атака. Какая атака? Сейчас пройдет. Понимаешь, я никаких инструментов в руки брать не могу. Раньше со своими руками делал, сейчас... А что случилось? Да я шел на докторскую, торопился. Нобелевку мечтал взять. Идиот. И что? Установка взорвалась. Мой старший товарищ, коллега. Ну, в общем, он погиб. А ты? Меня там не было. Я вышел на минуту. Они все там. Да, Даш, да починю я этот кран. На, съешь. И последнюю. Давай, быстро ешь. Ешь. Напополам. Напополам. У меня такой пополам. Знаешь, ну, пойдем-ка в магазин. Зачем? За помогайками. Знаешь, а он мне нравится. Да брось, ты его не знаешь совершенно. Нет, знаю. Теперь знаю. Мне с ним интересно, легко. Поздравляю, Дашенька, ты вытащила счастливый билет. Фигура у нее закачаешься, но готовить не умеет вообще. Ну, то есть совсем. Ты головой думай. В следующий раз найди себе девочку из кулинарного техникума. Да, тебе-то, конечно, весело, а мне как-то это есть надо. Она еще и обижается. Ему постоянно звонят какие-то девицы. Может, бывшая? Ну, нет, не она. Старик, мы все это проходили. Была у меня такая девочка. Я готовить не умею, ем только в ресторанах. Ну и чего? Не знаю, я сейчас, наверное, в ресторане. Только за свой счет уже. Я постоянно рассматриваю все его звонки. Ну, не зря же я работаю в телефонной компании. Фи, я должна держать руку на пульсе. Я не хочу, чтобы меня обманывали. Ну, в постели-то она тебе как? А? Мы еще этим не занимались. Не понял. Мы решили подождать. Чего подождать? Одевается он, конечно. Ну ты ей-богу, мать, как школьница. Мужики не одеваются, их мы одеваем. Ну, значит, у его бывшей совсем не было вкуса. Или наоборот, специально наряжала его как чучело, чтобы никто не позарился. Ну,
Чего мы это исправим? Это жопа. Нет, мы вместе. Мы вместе. И парфюм. Парфюм — это просто караул. Это не запах, это объявление войны. Точно бывшая. Иногда такую заумную ахинею несет. Хоть беги. И довольна от себя прям невозможно. Просто тащится. Всяких Шопенгауэров там цитируют направо и налево. Но главное, Дим, умная женщина — это зло. И вообще, как я всерьез могу думать о жизни с человеком, который за всю свою жизнь из мировой литературы прочел только Евгения Онегина в 8 классе, да и то ему не понравилось. Дорогие друзья, не проходите мимо, в нашем ресторане самые лучшие корпоративы. Привет. Привет. Не заходите, подарки. Ты чего, туда кирпичей положил? Да нет, книги. У нас дома мало книг? Нет, у нас дома много книг. Но хороших книг не бывает много. А тут все хорошие. Ну да, здесь Кундера есть. Ты читал Кундеру? А звучит как собачья кличка. Не очень. Нет, а тут все собрания его сочинений? Ну нет, я еще книги по бизнесу взяла. А, по бизнесу? Ну да, пиар, маркетинг. Ну, чтобы крепче спать. Нет, мы просто на работе сделали предложение. Так, у меня появился конкурент. А ты можешь передать конкуренту, что я из него дух вышибу? Да нет, мне просто сказали, если я организую хорошую корпоративную вечеринку, мне переведут в пиар-отдел. Молодец. Я тебя поздравляю. Спасибо. Молодец. Максим, а я могу тебя кое о чем попросить? Да. Ты только не ври мне, пожалуйста. А почему я тебе должен врать? Ну, потому что люди всегда друг другу врут. Даже по мелочам. Ну, в чем я тебе соврал? В том-то и дело, что ты мне пока не соврал. И поэтому я доверяю тебе абсолютно. И хочу, чтобы так было всегда. Чтобы в моей жизни был человек, которому я могу абсолютно доверять. Это здорово. Ты знаешь, что самое ценное? Это доверие. Потому что его нельзя восстановить. Даже любовь можно возродить. Конечно, при большом желании, а доверие невозможно. Вот ты, например, если меня обманешь, я тебя прощу, наверное. Максим. Максим, я же говорю серьезные вещи. Ладно, прости, прости. Если ты меня обманешь, я, наверное, тебя прощу. Но я буду знать, что ты меня можешь обмануть. И значит, не смогу тебе доверять. Обещаешь? Обещаю. Ладно, читай. Каждый месяц вы будете получать номер с оператором, который приходит на вашу карту. Вы сможете обналичить это в любой момент. Здравствуй, Великий. Это тебе. Не, на 3 минуты не больше. У меня мало времени. Малыш, я тебе подарок принес. Вот. Мы наконец записали. Я назвал ее «Мелодия дождя». Ты записал свой альбом? Да. Господи, наконец-то, как же я рада за тебя! Спасибо, малыш. Поздравляю. Отличная новость. Я посвятил его тебе. Маленький, если бы не ты, я бы никогда ничего не написал. Это музыка для тебя. Спасибо. Ну что, отпразднуем? Сегодня вечером ты и я, как в прежние времена. Не могу. Понятно. Замуж. Да. Малыш, я хочу, чтобы ты знала. Я все время жду твоего звонка, я с ума схожу без тебя. Я благодарю судьбу за те часы и минуты, которые ты была со мной. Я целую тебя. И очень люблю. Невеста, ты чего?
что за ерунду ты слушаешь? Это не ерунда. Это мелодия дождя. Чего? Какие мелодии? Это музыку Игорь написал. А какой Игорь? Мой бывший. Все понятно. Что? Что-что? Ничего. Тебе не кажется, что мы с тобой похожи на двух соседей из общежития? Что ты хочешь этим сказать? Да ничего особенного. Ты знаешь, все в порядке. Я сам по себе. Ты сама по себе. Просто живем почему-то вместе. Тебе нужен секс? Ну, не то чтобы очень. Так, слегка. Хорошо. Что хорошо? Давай займемся сексом. Когда? Сейчас. Давай. Давай. А мне уже не хочется. Пойду прогуляюсь перед сном. Воздухом свежим подышу. Иди, иди. Иду, иду. Алло. Максим, прости, что я тебя беспокою так поздно. Но мне больше некому позвонить. Света, а ты где? Я звоню из милиции. А что случилось? На меня напали. Спасибо большое, что ты пришел. Я прям ничего не поняла. Он просто подошел сзади и нож в горло приставил. И начал забирать все, абсолютно все. И сумку, и документы. Начал снимать с меня все. Свет, ну все, все. Какие документы, какая сумочка? Все, это главное все. Ты цела. Успокойся, все. А где твой, а? В командировке. А, ясно. Я тогда пойду. Подожди, как? Давай хоть чаю попьем. Нет, Свет, я не могу, уже поздно. Нет, подожди, Максим. Ну не бросай меня. Хоть надолго, я очень тебя прошу. Но мне очень надо. Пожалуйста. Я не могу, я одна. Пожалуйста. Пожалуйста. Свет, хорошо, хорошо, я останусь. Света, я останусь, ладно. Света. Свет, зачем? Где ты был? У Димки. 6 утра. И что? Ты не ночевал дома. И что? Я теперь тоже не буду ночевать дома, когда захочу. Отлично. Отлично. Ты не забывай, что ты пока мне еще не жена. И думаю, ею не буду. Алло. Привет. Привет. Спасибо тебе за вчерашнее. Да брось, да не за что. Давай договоримся, Максим. Вчерашнее это была просто ошибка, случайность, в общем. Да абсолютно, абсолютно с тобой солидарен. Да? Да. Значит, все, забыли, да? Ой, лично я уже. В таком случае, ага. Всего хорошего. Все, пока. Thank you.
Шататых мужчин надо привлекать по всей строгости закона. Изменил жене, сразу в тюрьму. Грамм водки, пожалуйста. Бокси. А чё трубку-то не берем? Я тебе тысячу раз звонил. А я не знал, что ты у меня алкоголик. А я сама не знала. Отпусти Баксика, не надо. Баксик, Баксик. Баксик с нами. Давай. Я ненавижу мужчин. Очень тебя понимаю. Всех ненавижу. Все. Издеваемся. Пойдем всех. Сейчас. Кроме тебя, у тебя последняя надежда. Тихо. Ой, ну-ка, давай, держимся. Сейчас пойдем в ванную. Ну, как хочешь. Пойдем, пойдем. Ну, сюда пойдем. Вот так вот. Вот так. Да. Сейчас времени. Черт. Скажи, что, Мариш, что я заболела. Ну, придумай что-нибудь. Все, все, давай, мне плохо. Все, придумай, да, придумай. Ой-ой-ой. Ой. Алло. Даш, здорово. Проснулась? Умница. Я купил тебе молока, а хлопья стоят на столе. Ты завтракай. И больше, пожалуйста, не напивайся так, а? Тебе же еще наших детей рожать. И не забудь накормить кота. Потом ложись на диван и посмотри какую-нибудь комедию, попроще. Тебе сегодня другие нагрузки не положены, по состоянию здоровья. Ты поняла? Слышишь меня? Я люблю тебя. Что? Да, мой генерал. Ну все, я побежал. Целую. Баксик! 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 Где ты, Баксик? Баксик! О, Боже! Меня Макс убьет. Баксик! Баксик! Простите, пожалуйста, а вы не видели черного кота? Да мы сидим совсем недавно. А что, кошечка пропала? Извините. Ребята, вы не видели здесь черного кота? Я там где-то кота видел, где раньше памятник стоял. Максик! Как же ты сюда попал? Максик! Максик! Иди ко мне! Максик, хороший! Иди ко мне, Максик! Максик! Иди, Максик! Ой, так ты же не Максик! Поешь, моя маленькая. Не бойся, тебя никто не бросит. Баксик? Баксик, ты где был, зараза? Я чуть с ума не сошла. А ну иди сюда, иди ко мне. Баксик! Алло. Здравствуйте, Максиму можно? Да, его нет, он на работе. А с кем я говорю? С его женой.
что у нас тут происходит? У Баксика появилась подружка. Ты не против? Бакс. У меня есть для тебя сюрприз. Все-таки будет. Иди ко мне. Не торопись. А давай выпьем за любовь. И за нашу первую ночь вместе. Я вообще считаю, что секс и любовь — это абсолютно разные вещи. Почему? Вот лучший секс в моей жизни у меня был с девицей, которая двух слов сказать не могла. Да. И он не шел ни в какое сравнение с тем, что у меня было с девушкой, которую я любил. И что для тебя оказалось важнее? Я думал об этом. И что? Я бы не хотел жить с этой девицей. Да я не могу так ответить. Дим, да. Ты знаешь, сейчас вообще не вовремя. Что? Куда? Подожди, ты сам-то целый? Точно? Что случилось? Дима за городом перевернулся. Слег в кювет, сам выбраться не может. А Серега? А Серега? Сказал, что Серега не берет трубку. Подожди, я с тобой. Ты как, цел? О, вау, привет, меня Дима зовут. Привет, я уже поняла. Слушайте, ребята, вы ради бога меня, вы простите, что я вам всю романтику испортил. Какую я клянусь, не романтику? Хотел. Молчи уже, сиди, романтик. Ты потерпи, сейчас мы вытащим тебя. Не переживай, тебя. Мы сейчас быстренько меня достанем, и вы домой поедете. Да, сейчас. С ума сошел, да не до этого уже. Да что ж такое, давай. А? Так, иди в машину. Да я помогу. Иди в машину, я сам справлюсь, давай. Ну, все. Ну чего? Макс. Love we shared together, all those good times that we had, what went wrong. Ой, что? Уже утро, что ли? Всю машину вытащили, Диму отправили. And walked out forever. Oh, baby, one more lonely night. Oh, this feeling ain't right without your love. Without your love. Oh, baby, one more lonely night. О, проснулись наконец. Слава богу. А как вы здесь оказались? Что это вы делаете? У меня здесь остались кое-какие вещи, поэтому ключи я не отдавала. Да и к тому же я приехала забрать Баксика. Очень сожалею, но у вас это не получится.
Баксик привык жить дома и нигде, кроме дома, жить не будет. Позвольте мне не советоваться с вами, где будет жить мой Баксик. Иди ко мне, иди сюда. Иди, мама. Славенька, иди ко мне. Иди ко мне. Только через мой труп! Оставьте кота в покое! Да идите, Ниша. Что вы уже? Господи, боже мой. Что так я не вот. Иди сюда. Тихо, Макс. Иди сюда, мой хороший. И прежде чем убраться отсюда куда подальше, оставьте ключи на столе. Потому что это неприлично хранить ключи от квартиры чужого мужчины. Алло, Максим, тут эта твоя новая шалава не дает мне выйти из квартиры. Пусть выметается отсюда! Да-да, я жду. Сейчас приедет Максим, без него я отсюда никуда не уйду. Мы с ним-то вам уйти точно отсюда никуда не светит. Посмотрим. Привет. Макс! Максим! Что случилось? Я приехала за котом, мы с тобой договаривались, а тут это... Максим, психическое... Ты вообще как себе девушек я понимаешь? Я не смогу Максим. Отдать тебе кота. Ага. Все, это мой кот, я никому его не отдам, даже тебе. Как? А я говорила, вам здесь ничего не светит. Подожди. Прости, пожалуйста, но ты должна понять, что я не могу этого сделать. Раз уж он здесь остался, значит так и должно быть. Если ты захочешь, я могу отдать тебе от него кота. Максим. Только ты должна разобраться сначала со своей жизнью. Узнать, что у тебя будет дальше. Пока, Свет. Ты молодец, что не отдала Баксика, а? Я молодец. Да. А почему у него ключи еще от нашей квартиры? Не знаю, наверное, забыла вернуть. Если сегодня уже не вернет, я поменяю все замки в квартире. Понятно? Так, подожди, да что ты делаешь? Обожаю этот божественный запах. Хорошо, что ты в халате, а? Вот я думаю, меня же никто никогда по-настоящему не любил. Вот все текло, как обычно. Были цветы, слова были. Замуж даже пару раз звали. Но никто ради меня не совершал никогда поступка. А что ты называешь поступком? Не знаю, что-нибудь, чего бы я не могла ожидать. Ну, например, написать на асфальте ночью под окном слово «люблю». Или набить морду за меня начальнику. Или приехать ко мне за 1000 километров. Ну, так, чтобы до слез, до отчаяния, до сумасшествия, понимаешь? Ну, а зачем тебе такая любовь? Ну, чтобы я могла понять, что я что-то значу. Вот ты же возился со мной пьяный. Вот это поступок. Ну, тоже мне поступок. Вот ты нажралась, как извозчик. Вот это поступок. Вот это я понимаю. Ну, подожди. Ну, что, извозчик? Ну, подожди. Надо елку нарядить. Ну, что ты делаешь? Мама, познакомься, это Даша, моя невеста. Не, ну я не понимаю, Максим, какая это Даша? А как же Света? Мы же с ней так любили друг друга. Мама, она сама ушла от меня. И ты сразу же нашел ей замену. Молодец, сын. Откуда она вообще взялась, эта Даша? Кто она такая? Чем она занимается? А тебе не кажется, что ее единственная цель – это заполучить нашу квартиру? Мама, перестань. Я достаточно знаю, чтобы хотеть жениться на ней. Чушь. Чушь. Полнейшая чушь. Ты говоришь полную чушь. Мама, тихо. А вы, Дашенька, по вечерам не готовите? Не готовите. Готовлю, но когда мы голодные. А просто сегодня не до этого было. День такой трудный. Ну да, я вижу. Конечно, конечно. Умаялись. Сырок, колбаска. Ой, какие сырники Светочка готовила. Максюш, ты помнишь? Потрясающе. Что-то необыкновенное было. Вы, Дашенька, возьмите у нее рецепт.
нас Максим привык к хорошей пище. Мам, перестань. Даша отлично готовит. Да, я вижу. Лариса Евгеньевна, я обязательно попрошу у нее рецепт. Дашенька, скажите, а вы откуда к нам в город приехали? Я из Казани. Из Казани. На работу приехали устраиваться. Нет, Даша закончила университет, она учительница литературы. Учительница? Учителям у нас мало платят, не правда ли? Да, к сожалению. Не вас, я не голодна. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Куда же вы пойдете? Посидите с сыном, вы же так давно не виделись, пообщаетесь. А вы не беспокойтесь, Дашенька. У меня теперь будет много времени для общения с сыном. Да я не могу, ты подожди. Она же ошибается, она может войти в любой момент. Максим, я только что разговаривала со Светочкой. Она купила себе новый диван. И недорого. Может быть, мы и мне купим такой же диван? Потому что я не могу спать на раскладушке. Итак, для чего нужно обвалять биточки в муке? Для того, чтобы у нас получилась хрустящая аппетитная корочка. Итак, нагреваем растительное масло на сковородке и обжариваем наши сырники с двух сторон. Пожалуйста, не забудьте после обжарки выложить наш сыр. Вы что, Дашенька, весь дом спалить хотите? Соседи же пожарных вызовут. Я просто сырники жарю. Сырники? Вот это сырники? Ну, тогда уж вместе с пожарными придется скорую вызывать. Маслица-то столько зачем? У Максима поджелудочная железа. Он от такой пищи умереть может. Разрешите? Сырнички. Смотри, какой у меня сын молодец. Главный приз Парижской выставки. Не надо трогать. Это из Оксфорда. Это патент из Японии. Сертификейт. Это диплом, это почетная грамота за активное взаимодействие с органами внутренних дел. А, ну и вот, конечно, личная благодарность министра обороны. Он мне никогда об этом не говорил. Не хотел, чтобы ты на его фоне блекла. Знаете, я понимаю, что на ваш взгляд я не пара, Максим. Но я его люблю. Очень. Ладно. Я пойду... Кошкам корм куплю? Мука. Что? Мука. А, спасибо. Ничего. Слушай, а может, поужинаем дома? Заберем это с собой, маму угостим. В том-то и дело, что дома мама. Макс, ты что, не понимаешь, что мы так долго не протянем? Не могу же я ее выставить. Ей что, негде жить? Она имеет право жить там, где захочет. Вообще, это ее квартира. А давай тогда мы уедем. Хорошо. А куда? Да хоть куда. Лучше к черту на куличике, только подальше. Максим, ты что, правда не понимаешь, что она разрушит нашу жизнь? Вообще-то это моя мать. Скажите, где рабочее место Максима Малявкина? Это главный приз Парижской выставки. А этот диплом он получил в Оксфорде. Он там даже лекцию читал. У него 14 патентов, 9 из которых международные. А вот это личная благодарность от министра обороны. А
ну дай прочту. Ого. Что за алтарь? Кому молитву возносим? А это, Сергей Дмитриевич, достижение нашего Макса. Вы, кстати, знали, что он, оказывается, в Англии лекции читал? Ясно. Еще... Знаете, у нас и профессора занимаются мерчендайзингом. А что, в стране объявлен выходной или что? Всесоюзный праздник? Бегом по рабочим местам, все! А, не знаю, могу ли я беспокоить такую важную персону в рабочее время? Где тебя черти носят? Значит, ты сегодня была у меня на работе, да? А была, что? Какое право ты имела вмешиваться в мою личную жизнь? Ну, я подумала, что это будет здорово. Что ты, это здорово? Это действительно было здорово. Когда я прихожу, и мой друг... Я кричу, я еще не кричу. Не надо кричать, я спросил за голову. Отлично. Тарелки бьем. Настоящая семейная жизнь. Нет, на кольцах я решил не экономить. Все-таки на всю жизнь. Я даже маме показал, и она одобрила. Мальчишник-то будет? Само собой. Только ты Дашке не говори, а про стрип-клуб. А то она попрется с нами. Да, давай как-нибудь без Дашки. Старик, а ты вообще не рано все это затеял? Не, в самый раз. А главное, заметь, по собственному желанию. Ты у нас индивидуальный случай. А не великоват ли зайчик, а? Нас-то будет всего. Даша, я, мама, потом ее какие-то подруги, ты и Серега с дамой, все. С кем Серега? Я ее никогда не видел. Ну, говорят, она ничего. Я не могу, ну, неудобно приглашать его без нее. Это не солидно. А вот если бы ты не вел принципиально холостяцкий образ жизни, тоже мог бы кого-нибудь привести. А где администратор у нас? Максим, подожди. Короче, я не знаю, надо тебе это говорить или нет. Чего? Ну, ты вроде женишься, тебе все равно должно быть. Давай конкретнее уже. Ну, просто дико получается. Все знают, ты не знаешь. Ну? Короче, Светка от тебя ушла к Сереге. К какому Сереге? Ну, к какому Сереге? К нашему Сереге. Нет, ты только, подожди, не психуй. Я ничего не знал. Я их сам случайно месяц назад в торговом центре встретил. Ну что, уже определились? У нас есть еще другие залы, более камерные. А вы говорили, вас будет 15 человек, и этот зал в самый раз. Здрасте. Здрасте. У себя? Сергей Дмитриевич просил его не беспокоить. Придется побеспокоиться. Куда? Прочитай и подпиши. Макс, ты что такой бешеный? Давай, читай, подписывай. Я, конечно, подпишу, если так хочешь. Без проблем. Может быть, ты пояснишь мне, в чем дело? А ты помнишь нашу первую сигарету в 4-м классе? И в 6-м классе мы с тобой пили портвейн за углом школ. Тебя что, ностальгия, что ли, замучила? Я благодарен тебе за то, что ты мне дал работу водителем. И спасибо тебе за дружескую поддержку, что моя Света ушла к тебе. Да, все хорошо, уйди. И все хорошо? Отлично, да. Теперь я скажу, да? Ну? Ты, наверное, забыл. Первым со Светкой познакомился я и привел ее в нашу компанию. Она сама сделала выбор между нами. А ты что, когда ты пошел провожать ее, остался у нее на ночь? По-дружески, козел, я не хотел тебя брать на работу. Я сделаю это только для нее, потому что ты, урод, на свою инженерскую зарплату даже не смог ей такси оплатить. Ты сволочь! Ты Света меня любит! Сволочь! Меня любит! Тихо, 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 тихо. Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее. Максим, ты где был? Спокойно, женщины.
Да что, ваш сын и муж решил участвовать в боях без правил. Первая тренировка прошла неудачно. Я надеюсь, ты завтра же пойдешь в милицию. Да, обязательно. А почему ты на своей машине? Да я же объясняю. Я встретился с Серегой, нажрался там, с партнерами набился за успех предприятия. И вообще, с Серегой я больше не работаю. А что случилось? Он спит с моей девушкой. С Дашей? Что? Да нет. С бывшей девушкой, я не помню, как ее зовут. Максон, ты только не показывай ему, что ты слишком умный. Потому что наш шеф любит, чтобы профессионализм его сотрудников рос под его чутким руководством. Вот так. Во сколько заканчивается рабочий день? Ну ты даешь. Ты 2 недели без пролаза-то будешь сидеть, пока не поймешь, что да как. Старик, главное, что ты возвращаешься в профессию. Да, бабки меньше, чем у Сереги. Ну как-то жить можно. Извини. Алло. Привет, Максим. Узнал? Узнал. Узнал. Нам надо встретиться, поговорить. Моя невеста запрещает мне встречаться с бывшими любовницами. Извини. Я ушла от Сергея. Я поняла, что я не люблю его. Рад за Серегу. Что-нибудь еще? Помнишь, когда я уходила? Ты мне сказал, что я совершаю ошибку, за которую нам придется заплатить. Я за нее заплатила сполна. И теперь прошу тебя, не совершай ошибку, Максим. Мы должны быть вместе, от этого не уйти. Я это поняла. И очень прошу тебя, чтобы это понял ты. А я уже понял. Я нашел свою любовь. Да, Свет, да не грусти. Ничего, найдешь себе классного парня. Максим! Пока-пока. Хорош! Так, я хочу выпить. Так, так, отлично. Хочу выпить за моего друга Макса и за его новую работу. Которую устроил ты. Так, старик, это не важно. Ты настоящий профессионал, любая контора должна драться за тебя. Значит, я пью за твою жизнь. Ну что? Значит, за твои, за повороты в твоей судьбе, тем более повороты такие прекрасные. Выкрутился. Было? Было. Ура! 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 А он ничего. Я знаю. Я про Дину говорю. Бабник жуткий. И не таким рога обламывали. Если бы не тот день рождения, если бы тебе тогда не причудилось, что ты боксер. Если бы ты не вызвался провожать меня до дома. Ты истекал кровью. Я хотел, чтобы именно так ты и думала. Если бы на утро я у тебя не забыла свой браслет. Ведь телефон своего ты так и не оставил. Ты выставил меня из квартиры. И очень хорошо, что ты запомнила мой адрес. Опять говорил со своей бывшей. До сих пор просматриваешь его разговоры? Я 10 дней смотрела, и вот результат. Вот, смотри, вчера в 17:10 разговор 7 минут 25 секунд. О чем можно говорить 7 с половиной минут со своей бывшей? 2 дня назад разговор 3 минуты 12 секунд. Он тогда вернулся поздно. 2 дня назад 1,5 минуты утром. Марина, что мне делать? Послушай, это же она ему звонит, а не он ей. Да какая разница? Он разговаривает с ней о чем-то 7,5 минут, а мне об этом не говорит. Послушай, Даша, если ты читаешь его смски и просматриваешь его звонки, должна понимать, что после этого у тебя будет всегда портиться настроение. Это закон, да? И мне удивительно, что ты до сих пор об этом не знала. Я знаю, что ты ему звонишь. Это он тебе сказал? А ты думаешь, я признание у него под пытками вытягиваю? Что ты хочешь? Он мне рассказывает, что ты ему звонишь, и мы вместе над тобой смеемся. Ты выглядишь жалкой. Я тебя сюда позвала, чтобы рассказать об этом. Послушай, я не знаю, кто ты и откуда ты вообще такая взялась, но уверена, что это ненадолго. Максим сейчас с тобой только для того, чтобы отомстить мне за то, что я думала, что я могу без него. Но я без него не могу. И очень скоро он поймет, что он не может без меня. И вот тогда... Жалко. Будешь выглядеть ты. О, так ты у нас еще и не умная. Да он изменил тебя со мной.
Врешь. Недели три назад он приходил ко мне, и все было. Он тогда должен был вернуться где-то около 6 часов утра, если я не ошибаюсь. Я живу недалеко. Позвони ему. Спроси. Только при мне, чтобы он тебе правду сказал. Я не буду этого делать. Ты не должна обижаться на него. Он просто очень сильно этого хотел. Это не было минутой слабости или потери контроля, как, знаешь, бывает под алкоголем. Нет. Это был осознанный шаг. И он этого действительно очень хотел. Алло, Максим. Да, мой ясный свет. Скажи мне, пожалуйста, когда мы с тобой жили вместе, ты был у Светы? Максим, почему ты молчишь? Максим! Ты жалко выглядишь. Даша! Даша, у меня с ней ничего не было! Я просто ее проводил! Я больше тебе не верю. Ты меня обманул. Послушай, ты сказал мне, что был с друзьями. Да мы... Ты не можешь вот так вот сейчас уйти! Ты слышишь меня? Мы с тобой договаривались. Подожди! Мы же договаривались все проблемы решать вместе, какими бы они ни были большими! Не трогай меня! Даша! Да отойди ты от меня! Я тебя очень прошу! Ты не можешь никуда уйти! А знаешь, почему я вообще согласилась на весь этот бред? Почему я поверила, что у нас может что-то получиться? Да потому что в ту ночь, в ту самую нашу первую ночь, мы были с тобой вместе. И мне было хорошо. Как будто бы ты был рядом всегда. И потом было хорошо. До сегодняшнего дня было хорошо. Но только я думала постоянно и боялась, что так не бывает. А хорошо-то и не было. Потому что ты меня предал. Даша, а жизнь не делится на черное и белое. Я не хочу тебя больше слушать. Отойди. Алло, Марин. Привет, я от Максима ушла. Можно я у тебя поживу? Я при встрече все расскажу. Привет, Горемыка. Вот Даша, не передашь? Ну, передам. Ну, передай. Спасибо. Пока. Да, не ожидала я, что меня родной сын среди зимы из дома выставит. Мам, никуда я тебя не выставлял. Просто хочу жить сам, один. И решать свои проблемы самостоятельно. Потому что я уже большой и очень давно, а ты все этого не замечаешь. Если бы ты был взрослым, ты бы подумал, как родная мать за городом без отопления жить будет. Котел я починил.
как чинил? Руками. Господи. Еще лет 100 пропыхтел. Пись в отца, такой же упертый. Пись в отца. Дашенька, Дашенька, ну какая же вы молодец. Посмотрите, как все здорово у вас получилось, да? Ну что ж, поздравляю вас с новой работой. Пойдемте, обсудим ваш новый проект. Простите, но я не могу. Мне надо уйти. Ой, что такое? Вам что-то не нравится? Нет, простите. Вчера так погуляла. Корпоративчик вчера выдался на славу. Слушай, Маркин такое вытворял. Ой, зря так рано ты свалила. Не было настроения. Я смотрю, у тебя сейчас его особо нету. Да, ты права. Так, милочка моя, меняй его, настроение свое. Сегодня что у нас? Новый год? Нас ждет прекрасная вечеринка на даче. Как-то не очень хочется на дачу. Ой, начинается. Да, кстати, вчера твой Максим просил передать... Что Максим? Просил передать там в пакете на столе. Что случилось? Что белое? Сегодня 31 декабря. Да, я в курсе. Так у меня через 2 часа свадьба. Потому что ты самый хороший. Лучше тебя нет никого.